Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кекс на Диман, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это шоу «Битва рандома» вместе с Андрюхой. Ку, ребятки, смотрите, какой я красивый. Короче, пацаны, смотрите, что у нас тут по тачкам. Такого добра мы еще не видели. Получается, ребята, здесь абсолютно все новые автомобили, мы не знаем, как они едут. И самое главное, что эти все тачки были пригнаны специально по нашему заказу из Дубая. Братан, они золотые, что ли? Я просто смотрю. Все золотые, они очень дорогие, это офигеть, и новые бэхи, братан. И всякие новые лады, короче, ребята, и даже вот такая вот получается, это что, 8.8 или как она правильно называется? Да, это восьмерочка, братан, ребята, короче. Это просто кобзда, даже вот такая вот Бентли какая-то непонятная у нас сегодня присутствует Бэшка в ролике, и я думаю, что именно за вот этот вот, получается, хабарчик, за эту офигенную подборочку вы обязаны поставить лайкосик, но мы тем временем запускаем нашу Алиску и будем проходить испытания. Первым испытанием, я думаю, давай устроим драг рейсинг. Давай. Для тебя. Алиса, назови число от 1 до 10. Братух, тазик. Опа, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У тебя получится Opel. Это Opel Astra, братан. Он очень быстрый, братан. Он очень быстрый, на самом деле. Я это уже знаю. Давай я далее. Уезжаю. Алиса, назови число от 1 до 9. Число 3. Офигенно, у меня получится ягуарчик, да, в натуре. Слушай. Офигенно. Слушай, ну я готов тебя. Слушай, ну у нас будет драк, и получается нам сейчас надо отправиться именно на нашу полосу и сравнить наши тачки, да посостязаться. Погнали! Погнали! Ну чё, пацаны, мы приехали на наше первое испытание, и прямо сейчас мы узнаем, кто же круче, Opel или Ягуарчик. Ты готов? 1, 2, 3, поехали, братан! Погнали! Слушай, ну сколько у тебя по паспорту, не смотрел? Не понял. У меня там что-то за 200, уже еду 120, братан! У меня 105 только. 105, 130, я или 120? Чё, короче, пацаны? Что? 130? 140? Что? А у тебя чё по скорости? 150 только сейчас. Братан, чё? Я тебе... Вот сейчас 150, по-моему. Ты меня так не пугай, я уже, 160. Блин, расстроился, думал, у тебя тачка, которая просто берет не на низах, а вот с высоких оборотов и на большой скорости. Оба, блин, не затащил. Ё-ма, я уже немного испугался, ребят, думал, всё-таки бал не мой, но нет. Тушки. Все-таки первый балл мой. Открыли счет, и я предлагаю отправиться выбрать другие тачки на наше следующее испытание. Ну а далее, ребята, мы устроим сейчас дерби, и прямо сейчас выберем тачку для меня. Алиса, за число от 1 до 8. Братан, во, Жигули, бро, смотри. Опа! Минус. Выпало число 5. Так. Да ладно, это Порше, что ли? Блин! Офигеть, ребята, это новый Поршак из Дубая? А тебе сейчас Жигуленок будет, я что-то вот прям... Вот ты, Васильевич, это... Ну, число от 1 до 7. В смысле? 1, 2, 3, 4. Это Жигуленок, которому ты фару разбил. Ема, это просто карма в действии, братан. Забирай свою рухлядь. В итоге не первый Поршак. Это на Поршаке на наше испытание дерби. Го! Го! Итак, пацаны, сейчас буду отстаивать честь всех тазов. Ведь тазы валят, мы все знаем, поэтому давай. Был прозрачным, я немного испугался. 1, 2, 3, поехали. Да, я уже поехал. Слушай, ну мы до 2 побед как бы. Да, братан, я просто тазоводческую идею отстаю. Просто изи, пацаны. Тупо 1 балл уже мой. Давай заново, готов, да? Давай. 1, 2, 3. Ребята, просто тактика бесконтактного боя. Андрюха все сделал сам за себя. Я тебя сейчас должен столкнуть. Да нахер! Пацаны. Это изи! Это просто изи! Иди отсюда, короче, находись. Бал мой, ребята! Второй уже в кармане? Минусано, пацаны. Слушай, мне нравится, как твоя тачка разбивается. Что-то такое интересненькое. Телевизор видно сразу. Все такое, да-да-да, интересненькое. Ладно, ребята. Идем выбирать другие тачки на наше следующее испытание. Погнали. Ну а далее, друзья, у нас будет прыжок с огромнейшей рампы. И давайте выберем тачечку для Андрея. Алиса, за число от 1 до 6. Левый короны, правый похороны, братан, если мне таз выпадет. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот тебе правый похоронный, блин. Ну, вроде нормально, братан. Бентли как-никак. Я немного ошибся, да. Я думал, там какая-то херня стоит. А в итоге тебе повезло, блин. У меня даже камеры не было. Ладно, пофигу. Алиса, на это число от 1 до 5. Число 1. Офигеть, это новая бэха. Z4 в натуре. Четко, ребята. Офигеть, М401 вроде, да? Да. Слушай, я не знаю потенциал этой тачки, потому что она впервые у нас на сервере, как твоя Бентли. Поэтому сейчас мы узнаем, как эти тачки летают. Погнали! Пацаны, прямо сейчас мы скидываем просто миллионы вообще рублей в топку. Я не знаю, прыгаем с огромной рампой. Я хочу тебя обогнать. Смотрим, на что вообще способны тачки. Я еду уже 220. Они ровно едут, братан. В натуре четко, слышь, они 280. Прям реально ровно. 300. 300. Вот сейчас.
Ты пошел, да? Братан, я тебя обгоняю просто. Ты меня догоняешь, 310. 320. 320 вот сейчас. 330. Да куда ты? Подожди, постой, братанушка. Брат, нет, брат, ой, брат, забрал. Братан, а ты не пропал? Полагал, ничего а, страшного. Я понял. Так, ну теперь сейчас, короче, братан, кто прыгнет? Кто прыгнет? Кто дальше прыгнет? Кому повезет больше? Давай, билборд, поцелуй лысого! Поцелуй лысого! Пацаны, я дальше! Андрюха лысого поцеловал в итоге. Отлично! Получается, что, 3-0 уже? Эх, пацаны! По 3-0? Фак, ребята, дальше у нас будет как раз-таки следующее испытание в виде скилл-теста. И погнали, выберем другие тачки. Ну а Дели, ребята, выберем тачечку для меня. И пусть это будет какой-нибудь Нива! Окей. Алиса, за число от 1 до 4. 2. Опа. Это получается чирок новый, прикольно. SRT, прикольно, да. Окей, давай выберем тачку для тебя. Алиса, за число от 1 до 3. Число 1. Мимасик против чирка, и в итоге на скилл-тесте у тебя больше шансов, потому что у тебя, как видишь, подвеска выше. Слушай, а у меня... У меня какой-то тракторский чирок, на самом деле. Ладно, я надеюсь, что он мне поможет сегодня. И погнали на испытание. Ну что, Андрюха, готов? Да, давай. Давай, короче, секундомер я запустил. Ага. И раз, два, три. Поехали. Погнали, короче, братан. Давай, все, давай, ребят. Давай, давай, давай. Я должен, да, максимально качественно. Максимально быстрее меня пройти это так, испытание. Так, 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 так. Слушай, а ты идешь неплохо. Ямай, иду, братан, видишь? Да, ты куда-то пропал у меня. Ну, слушай, ты очень неплохо идешь. Ну, ну так, ладно, так, пролетел, окей. Что-то пошло не так. Ребята, да, сейчас немного как бы ветрячки решат исход этого испытания. Ну, типа, братан, уже братан, 20? Братан, братан, братан. Это какие-то новые... Братан, не вписался. Это новые цифры, как бы. И я намного хуже проходил здесь. Да, да. Да, получается, 30 секунд у тебя уже, полминуты прошло. Так, тактика, тактика. Левый коронный, правый похоронный. Пошло. Проехал. Да ладно. Ребята, он... Он прошел это испытание! Да ну! Тебе реально повезло! Слушай, ну у тебя еще 50 секунд получается. Тебе надо поторапливаться, родной. Тебе надо поторапливаться. Да ну, я не знаю, лакер ты или нет, но ветряки ты прошел очень быстро. Слушай, у тебя еще есть подвеска же получается высокая. Да, да, сейчас мне там что повезло. Уже минута сейчас, если ты не затормозил. Ребята, все, останавливай секундомер, получается 1 минута 2 секунды ты прошел, прикинь? Нормально, 1:02. Какишки, тогда теперь иду проходить испытание я, давай, и давай, погнали. Давай. Ну чё, Димон, готов? 1, 2, 3, гол! Поехали, поехали, погнали, поехали. Да. Так, ребята, ну у меня тачка пободрее, но... Слушай, а ты длинная. Тут нормально идешь тоже. Да, ну ты это прошел за 20 секунд, короче. Ну да, да, да. А у тебя за 9. Да? Да, за... А нет, ты за 20 секунд прошел именно прыжки все. А, нормально, я нормально. Понял. Тут у тебя было 30 секунд, то есть получается, ребята, как бы вроде... О, давай, давай, ошибку мою же. 20 секунд сейчас уже. Ну, это быстрее, чем у тебя. Так, теперь, ну, короче, да, ребята... да, да, давай, 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 проходи, проходи. Нет, ты да, че... Да. О! Нет! Да, 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 да. Че он с моим чурком сделал, ребята? Офигеть! Так, ладно, демонтируем, короче, время теряем. Давай, но... давай, 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 да, давай. Да, да, да. Красава! Куда? Куда? Братан. Да куда ты меня сконтединула-то? Слушай, ну имя уже 2 осталось ветрячка. Да. Ну да, 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 да. Блин, да, да, прошел, да, прошел, да, прошел, да, прошел, прошел. Прошел, получается, прошел, прошел, прошел. Ну, да, а чурка вообще ничего не осталось, ребята. Че по времени там? 50 секунд, братан. 50 секунд? 12 секунд! Давай! Я не успеваю, ребята, я тупо не успеваю, потому что да, я что-то поторопился, да и плюс ветрячки, конечно, меня откинули. Уже ладно, минута, бро. Минута, да? Ну, у тебя была минута 0-2, то есть как бы мог. Ну, минусанулся. Мог, уже. Если бы меня ветряки не подкидывали, мог. Да, 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 да. А потом мне уже повезло чисто. И что в итоге получилось? Ой, ой, ой! О, ой, 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 едь давай, пожалуйста. Ну чё, братан, драк? Ладно, чё у тебя там по времени-то вышло? А, ну, минута 20 сейчас. Минута 20, вот, я понял. Ладно, ребята, но балл престижу все-таки Андрюха забрал, и я очень, да, хотел не Васике выступить. Не, ну, вас наказал. Он выпал Андрюхе. Окейшки. А получается, по баллам 3-1, и мы идем выбирать последние тачки. Ну, а Дели, ребята, у нас будет испытание съезд с горючили, и тут у нас осталась какая-то 7-я серия Бэхи. Концепт, ну, да, корвета. Давай выберем тачку для тебя и Алиса. Назови число от 1 до 2. Станы 1. Ой, блин. Отлично. Слушай, но тебе надо длинный Бэхи лимузин. Она классная, да. Она лимузин, ты видишь, да, она увеличена по размеру. Да, да, или же против корвета, ребята, не знаю, что получится, но идем на горючий лед. Ну чё, пацаны, противостояние лимузина и спорткара, братан, готов? Давай, 1, 2, 3, поехали, короче, погнали. Сейчас мы узнаем, кто же круче, да, 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 Бэха или же корвет.
На этой бэхе никто не катался еще, получается. Ну да, 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 да. Она также у нас новая, как бы. Что там у тебя? Что там у тебя? Я лечу, лечу. Ты вообще не остаешь? Тихо, тихо, главное не перевернуться тут. Флаг на колеса. Отлично. Просто такие кульпитосы я кручу, пацаны, за это лайкосы. Да, 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 тихо, тихо, тихо. Минус камень. Минус камень. Минус, Андрюх. А ты далеко, кстати, ты отстал от меня. Ну да, да, да. Нифига я полетел. Не, ну мне должно повезти. Только не крыша. Я на крыше. Только крыша, только твою крыша, мать. Я, братан, застрял. Он переворачивается, интересно? Я застрял. Слушай, так, я скатываюсь, очень... я тупо скатываюсь, братан, на крыше к финишу. Я только еду. Перевернись, так, пожалуйста. Так, 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 он застрял. Так, так. Братан, у меня не переворачивается тачка. Это, да это ладно. Фиаско, о, спасибо, я спасибо, спасибо. Спасибо, братанушка. О, ты тоже перевернулся. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, братан, спасибо. На, я тебе тоже помогу, короче. Короче, ладно, просто, это мое просто как было. Бы. Да. Ну, честно говоря, я бы тебе отдал балл, потому что ты мне помог, у меня тачка не переворачивалась. Но все равно и это я без благо победы, было. Братан, хотя как пускай бы, подписчики вот. Решат, что mm-hmm. кому балл, в принципе, ничего не решит, как бы и так ну, у нас да, получается да, по да. баллам 3-1. Вот. Mm-hmm. Ну и я могу сказать, ребята, эта серия была максимально интересна, потому что у нас чисто все новые тачки. Вот. Ну, карет, конечно, был, но он очень редко в моих видосах появлялся. Поэтому за это, я думаю, стоит поставить лайкосик. Тачки из Дубая превосходные. Надеюсь, вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, wow. ребята. И всем пока.